Здравствуйте, дорогие друзья. Мне поступает вопрос, почему я помидоры сажаю вверх ногами? Я не сажаю помидоры вверх ногами. Это всего лишь эксперимент. Вот видите, горшок. Вот горшок вливается, из горшка выходит ствол, который раньше рос прямо. В данном случае он поворачивается, он сам поворачивается, его не поворачивает, начинает расти наверх. Вот видите, даже красные помидоры есть, это уже седьмая красная помидора. Наверх, 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 ну и там уже будет расти на крыше. В данном случае тоже такой же цветок, другой сорт. Вот, пожалуйста, помидорки. То же самое росло вначале прямо, потом я перевернул горшок, а начинает расти налево. Для чего я это делаю? Это, еще раз повторяю, всего лишь эксперимент. Для чего нужен эксперимент? Мне интересно, как можно на бетоне выращивать помидоры. Допустим, у меня нет земли, или у меня балкон, или еще что-то. Вот, пожалуйста, если у меня бетон и нет возможности посадить, я могу вот таким образом выращивать помидоры. Или, допустим, у меня растет там чеснок, лук, ну, или виктория, неважно, что растет, а я хочу снимать два урожая, у меня нет земли. Допустим, у меня только две сотки. Вот я внизу могу викторию, а наверху выращивать помидоры. Вот всего лишь эксперимент. Это на стадии эксперимента. Эта технология не отработана. Тут обязательно должен быть капельный полив, обязательно организован. Иначе невозможно будет обеспечить влагу. Так как влага быстро испаряется, точнее не испаряется, а растение употребляет. Поэтому необходим капельный полив. То есть должна быть автоматическая поливка. Это обязательный слой при данной технологии. Так что я считаю, что на вопрос ответил, что это всего лишь эксперимент или баловство. Как вам удобно. До свидания.